друзья, Виктор Кулькин – современный замечательный омский художник. Его экспонаты неизменно привлекают внимание посетителей. Смотрим! Мы находимся в музее имени Врубеля в генерал-губернаторском дворце на выставке «Хрустальный дворец». Сегодня я расскажу об очень интересном объекте – банке-троне, который был сделан специально для нашей выставки омским художником Виктором Кулькиным. Виктор Кулькин работает не только в стекле. Для предыдущей нашей выставки фарфоровой, которая очень вкусно называлась «Чай, кофе, шоколад», он сделал очень интересный объект – чашку кресла с кобальтовой сеткой, имитирующий фарфор, самый известный советский, с синей, такой темно-синей сеточкой и золотыми бантиками. Для нашей выставки он делает вот такой объект из абсолютно подручных средств. Он берет листовое стекло, банки самые разные, и вот из них получается вот такой интересный набор. Мы обнаружили битые банки в спинке трона, которые мы обычно выбрасываем, но именно от них так отражается свет, что создается декоративный эффект трона. И среди битого стекла мы видим два абсолютно целых флакончика. Мы сначала решили, что до того, как они оказались в спинке трона, они использовались для лекарств. А вот дети, которые были на выставке, они мне сказали, что это не для лекарств, что это флакончики для бисера. А бисер – это у нас стекло. И мы вместе провели вот такую философскую линию. У нас получилось стекло в стекле для стекла. Мы не знаем, думал ли об этом художник, но мы об этом, безусловно, подумали. Трон не только декоративный, он выдерживает вес взрослого мужчины. На Новый год у нас на этом троне сидел Дед Мороз. Но когда на этот трон садишься, ты чувствуешь себя буквально снежной королевой, потому что трон очень холодный. Поэтому для человека он, в общем-то, не предназначен. Мы, к сожалению, не разрешаем нашим посетителям на него садиться, потому что трон – это собственность художника, и мы должны его вернуть в целости и сохранности.